Восьмой сервисный акимат открыли в Североказахстанской области в рамках проекта «Кызылжара Далдакаланы». Центр появился в самом отдаленном от Петропавловска в Уалихановском районе. С рабочей поездкой там побывали заместитель главы региона Ганин Игометов и руководитель областного департамента антикоррупционной службы Ернар Бейнгазин. Центр оснащен бесплатным Wi-Fi, есть сектор самообслуживания и места для приема граждан. В дальнейшем планируется адаптировать помещения для инвалидов. Здесь будут оказываться более 40 различных государственных услуг. Всего в области с 2019 года открыто 8 сервисных акиматов в районах и городе. Это 60%. До конца года планируется перевести работу всех районных акиматов в формат Open Space.